Здравствуйте, зрители этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Флорида и Надя Эггерс. Не удивляйтесь, что сейчас перед вами я, а не Надя. Девушки меня пригласили на мероприятие, которое называется «Парад домов», и, к сожалению, Надя не успела вернуться к этому мероприятию. Она вам всем передает привет и обязательно скоро вернется. И будет продолжать снимать с Юлей обзоры. Меня зовут Михаил. Забыл представиться. Немного расскажу вам про «Парад домов». Это мероприятие, которое проходит один раз в год в Орландо. По счету это 68-й парад домов. Его можно посещать совершенно бесплатно и самостоятельно. На этом параде домов застройщики и дизайнеры показывают различные дизайны и инновации в домостроении. В общем, и сейчас мы сделаем обзор одного дома. Этот район называется Монте-Верде. Немного по цифрам пройдемся. Этот дом, базовая его стоимость начинается от 613 тысяч долларов. Конкретно вот этот дом вместе с бассейном, с гаражом для двух машин стоит 875 тысяч. Здесь 5 спален, 3 ванных комнат и 1 ванная половинка. Здесь всего 287 квадратных скверфит. Здесь есть клабхаус свой, бассейн, поле для гольфа, фитнес-клуб и HOA, который стоит здесь 287 долларов в месяц. Еще здесь есть одно «но». Да. Если вы решите приобретать уже здесь построенный дом, то обязательно нужно будет заплатить 40 тысяч долларов один раз. Они называют это депозит, но он не возвращается. Да, он не возвращается. Это цена за гольф-поле, на котором построена эта комьюнити. И, соответственно, если вы сюда заселяетесь и покупаете здесь недвижимость, то вам необходимо заплатить этот обязательно финансовый сбор. То есть достаточно приличный. Ну да. Но если вы будете строить, то 40 тысяч вам делает билдер дискаунт, и вы это не платите. В принципе... Да, билдер сказал, что сделают скидку на этот дом, и 40 тысяч вам платить не надо. Но когда вы будете съезжать, например, с этого дома и перепродавать его, то следующий покупатель должен будет заплатить комьюнити эти 40 тысяч. Так, а скажи еще, помимо HOA, нужно будет платить вот эти вот фи, спортфи, от которых нельзя отказаться. Спортфи, это которые 400 долларов в месяц. Да. Да, потому что здесь помимо гольф-полей, здесь еще теннисные корты расположены. И, в общем... Много чего всякого разного. А если вы хотите играть в гольф и быть членом клуба, то тогда вам еще нужно будет заплатить плюс 40 тысяч долларов вступительные, плюс 750 долларов за обслуживание. Да. Каждый месяц. Да, то есть такое интересное комьюнити. Ну да. Приходится дополнительно сверху еще очень много платить. И ежемесячно достаточно приличные цены получаются. Ну, вроде все рассказали по цифрам, а теперь пройдемте в дом. Первой спальни. Да. Всего здесь 5 спален. Угу. Это вот первое. Первое. Ну, что хорошо, окна такие большие. Да. В принципе, потолки тоже достаточно высокие. Кстати, здесь, по-моему, не двойные стеклопакеты. Да? Да. Это что? По-моему, не двойные. Угу. Двойные. Представляете, нет. Угу. Из минусов еще скажу, да, вот здесь даже нет... Плюса, плинтуса, которые потолочные. Да. На полу причем есть, посмотри. Да, ну на полу, естественно. Двери, конечно, высокие, что хорошо. Естественно, потолки такие высокие, так что здесь... здесь ага, ванная. Разделяют вот эти две спальни. Так. Это какой-то камешек, типа мрамора. Что-то такое. Тут тоже все обставлено мебелью, но мебель в комплект не входит дома.
Так, это вторая спальня. Да, гардеробная. Ну, вторая стандартная гардеробная. Угу. Даже дверки стандартные, да? Ну, как стандартные, просто повыше, а так... Такие, да. Ничего особенного. Так, идем дальше. Здесь прихожая. Угу. Здесь так, что у нас? Гараж, а там офис. Мы туда заходить не будем. Да? А, так хочется зайти. Посмотрите, здесь офис, а вообще должен быть гараж. Ну ладно. Посмотрели немножко. Так как это модель. Интересно, да. А потом так они и оставят, они же этот дом, говорят, конкретно этот дом они тоже продают. Да, да, да. Но они вряд ли оставят. Знаешь, как это происходит? Ты у них покупаешь этот дом, но так как это модель, ты им этот дом будешь сдавать 2 года. А, и они будут платить мне. Платить за будут это. За него, за да. аренду, как бы. Вот даже так они делают. Ну да, да, да. Неплохо, кстати. Но, с другой стороны, не очень хорошо, какая проходимость здесь будет. Знаешь, если много за людей, 2 года, слушай, да? Могут его и ушатать, и, ну, не знаю. Умотать, не говори. Да. Так, здесь вот туалет. Так, что это такое? Это половиночка, да? Угу. Ага, половиночка. А здесь офис. Здесь вот как раз офис. Хорошенький. Небольшой, но такой, в принципе, для офиса вполне себе... Хороший. Так, шкафчики, да. Ну да, все это, конечно, не останется. Так что. Да, да, да. Подожди, а здесь? Что ты? А, да, блин, пропустили. Такая даже, слушай, это можно считать даже спальней, потому что здесь какая-никакая маленькая гардеробная имеется. Да. Между прочим. Любимых, дорогих. Да. Вот представляете, вот вы платите около 1000 в месяц HOA. Ну, если даже не брать гольф-клубные деньги, а. Даже если, например, ты не хочешь за гольф платить, то да. все равно в итоге у тебя выходит около 1000 в месяц. 400 плюс 75 там за какую-то еду, помнишь? А, да, здесь еще еда. Плюс 200 с лишним. Включена. Ну, по 1000 долларов всех этих расходов. А это еще не считая налогов. Налоги мы вам не можем сказать, этой информации, к сожалению, нет. Такая вот беда. Ну ладно, как говорится, что знаем, то говорим. Ну что? Традиционно залезаем. Ага, KitchenAid. Вот. Так тут люди-то, смотри, кушают. Наверное, здесь рабочие. Ага, работники сами, да. Слушай, ну, мы думали, будет много народу, нет, мы так, видишь, они, наверное, только выходные много, да, народу. Да, ну и хорошо, классно. Да. Так, в общем, коробки. Смотрите, какие здесь дверки, просто, да, такие, без слушай, каких-то хорошо изысков. И вот опять, как я и говорил, вот эти, видишь, обратите да. внимание, здесь они почему-то, ну, вот не докрашивают. Внутри? Потому да. что, конечно же, красивее смотрится, когда если бы они здесь белые, фасады здесь были белые, бы да. таких же, да, такого же да. цвета. Ну вот в России, я помню, в Икее, когда была кухня, то там именно и внутри было покрашено, да? что, конечно, более законченно смотрится. Вот. Ну да, наверное. Так. Пантри да. для крупы, муки и так далее. А, так, стандартный. Раковина большая. Вот такая, кстати, раковина дорогая. Да? Она это керамическая какая-то такая. А, ну или как, скажи мне. Тут войдите. Ну, сверху какая-то керамика, короче. Возможно. А это опять искусственный камень. Да, искусственный камень. Почему, кстати, все время используют сейчас? Ну вот, мы какой дом уже смотрим, и опять искусственный камень. Вытяжка хорошо, основательно, они эти. Микроволновки. Фартучек из натурального тоже камешка сделан. Ну да, не помыли. Так. Смотри, обеденная зона. Обеденная, смотрите, в таком уютном уголке запрятана. Так, ну обеденная зона тоже на 8 человек рассчитана. В принципе, вполне себе. Неплохо. Так, вот здесь вот... Ну, тут на 6 человек даже. Ну, можно же вместить. Подвинуть, да. На угол можно кого-нибудь посадить. Угу. Здесь тоже вот должен стоять телевизор. Ну, вот, смотри, розетка имеется. Да, кстати. Если что. Есть. Угу.
Так, на улице мы оставим на десерт, что у нас там дальше. Мастер-бедрум, скорее всего. Это хозяйская спальня. Ух ты, давай на обратном пути вернемся, да? Ну, давай. Пока посмотрим. О, смотри. О, вот здесь прикольно. Вот это классно. Да. Смотри, потолки. Угу. Хорошо, потолки уже более-менее с каким-то интересом сделаны. Вот эти зоны, конечно, интересны. Я все время смотрю на ваших видео. Угу. У меня просто, ну, это эркер такой большой называется. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, то есть такой большой, это тоже эркер? Вот мне интересно, знаешь, что вот здесь зоны эти делают, ставят кресла. Неужели вот кто-то сидит здесь, я тоже этого никогда не могла понять. Оно красиво смотрится, да? Да. Но да. Я бы не сидела. И вот еще интересный момент. А, вот это просто для красоты, смотри, да. Они не двигаются. Они, то есть, функционала никакого, гордина сама узкая. Да. А здесь вот, смотрите, вот всего. Вот клочочек такой. Угу. Чего, к чему, зачем так делать? Ну, типа, красота, дизайн. Я дизайнер, я так вижу. Да. Давай посмотрим. О, какое зеркало большое. Смотри. Красивое. Классно, когда большое, да? И окна мне тоже большие нравятся. Хорошая гардеробная. Ну вот, вот тут можно залезть на второй этаж, на крышу. А здесь есть второй этаж же? Да. А почему мы на первом, а здесь можем на второй этаж залезть? И не на крышу же получается? А я думаю, здесь может конструкция как-то. Может быть, да. Посмотрим. Может быть. Так. Угу. Ну, такое все, конечно, в стиль, красиво все. Такой тоже приятный, в принципе, стиль. Тона. Ну, вот знаешь, вот, за определенные деньги и за членство в $1000 можно было бы и поаккуратнее, да, делать? Вообще, тем более, это как бы модель. Скажи ведь? Да. Так, в общем, в целом, хорошее впечатление, но в деталях вот замечаешь, что... Когда начинаешь присматриваться. Угу. Такие видишь недоделочки. Еще, конечно, удивляет, да, вот, например, потолок, я не знаю, ты сказала. Да. Видишь, это как называется? Это не попкорн, но это вот апельсиновая корка называется, да. Потому что... Целлюлит. Потолочный. Смотри, здесь еще одна, она тоже достаточно большая. Причем здесь, например, сделали плинтуса вот на пол, а потолочный почему-то не сделали. Не сделали. Но сюда прям просится, скажи. Да, да, да. Очень плинтус просится. Ага. Так, сюда. Вот эти вот полочки тоже. Угу. Ну, как вот в дорогом доме, ну, как дорогой, наверное, сейчас это уже считается не сильно дорогой, но все равно. Тысяч, слушай, 900 тысяч, приличный дом. Да. Да, можно было полочки-то и получше сделать. Туалет. Ну, знаешь, хотя бы в модель, вот о чем речь, да, хотя бы да. В модель, а там уж люди могут, понятное дело, выбирать. Да. Так, две раковины, все как положено, моя и Жо, а мы идем дальше. Так. Так, а что? Ага. О, вот здесь постель. О, прачечная. Да. Угу. Ну, так. Уютненько даже, жить можно. Так, правда, машинок нет? Так, а что здесь? А, здесь кондиционер. А, кондер. Хорошо. Есть центральное кондиционирование. Угу. Так, дальше идем. Сейчас второй этаж. Пойдем проверить. А, вот здесь лестница на второй этаж. Так, все, на первом мы все посмотрели. Да, на десерт оставим. Ага. Пожалуйста. Так, что мы видим? Бонусную комнату, она очень большая, скажи. Ну да. Прям как зал, даже больше зала, если кухню не считать. Вот что окон пожалели? Не говори, не говори, такая красота, да, это вокруг что, будет это скоро. Шингл? Нет, вот это такая определенная плитка, черепица, да, такая черепица. Ну, тут еще, конечно, смотрите, идут работы вокруг. Еще вот здесь будет домик, как минимум один. С
стригут газон. Красивый вид, конечно, гольфовые поля, но пока еще не все застроено, какая-то незаконченность. Да, здесь еще другие два кондиционера. Ага, второй кондиционер, number two, даже написано. Да-да-да. О, в крестики-нолики можно поиграть. А, вот так они снимаются. Прикольно. Так, значит, сколько здесь, интересно, комнат у нас? Так, полочки. Угу. Войдите. Может, там кто спит? Может, а здесь у нас ванная. Угу. Ну вот, кстати, вот это, оно что-то как-то... Но это тоже камень, это жидкий камень. Ну, заливной, наливной. В общем. Дешевенько смотрится. Да? Я вот про это, да. Ты думаешь? Нет, это дело вкуса, короче. Ну, слушай, у нас кондо сколько? Кондо 120 тысяч, в котором я живу. Ну, похож. Нет, у вас-то гранит. А это такой, вот этот вот на самом деле дороже стоит, как понял. Бы наливной. Но смотрится. Да, но смотрится, да. Соглашусь. Так. Но опять же, дело вкуса. Да, да, да. Так, что у нас здесь? Еще одна спальня. Спальня. Слушай, такая хорошая, можно сказать, мастер-бедрум number two, а? Похоже, да. Приличный такой размер. Смотрите. Шторки не дают покоя. Опять они не функционируют здесь, они просто как декор. Просто для красоты, это правда. Да. Угу. Так, а я сюда не зашла. Ой, а вот, в общем-то, и все. Хотела туда пройти, а там нет. Ну, да, в общем, гардеробная никак в мастер-бедрум. А там что? Смотри, еще вот здесь можно зайти в эту же ванну. А, с двух сторон. Ой. Да. А, окей. А двери вот так будут стукаться. Ну, вот это бдинь. Ага, это не очень хорошо, но... Ну, застройщику виднее. Да. Знаешь, что мне здесь не нравится, вот как по ощущениям, что как будто бы, ну, может быть, можно включить побольше кондёр на втором этаже, как будто здесь... Чувствуется жарко. Не прохладно. Да, вот на первом этаже очень прохладно, а здесь жарковато. Ну, кстати, ну да. Вроде как форсунок вот этих много, но я не знаю, почему-то не доходит вот сюда полностью. Сюда здесь, кстати. А, вот здесь, да. О, вот здесь дует. Ну, где-то дует, а где-то прям вот, например, там, если стоишь, то тут уже как-то... Здесь нагревается, по-видимому. Нагревается сильно, да. Угу. Ну вот опять же, да, вот это прикольно, что окна вот таким углом. Ну да. Вот смотри, ну вот а здесь. А здесь глухо. А все. Здесь. Почему вы не сделаете больше окон? В таком дорогом комьюнити. Пойдем зададим вопрос, посадим застройщика, скажем, внимание, вопрос. Да. Нам не нравится. Не будем покупать. Да. Идем в бассейн. Да. Так, что мы видим? Летнюю кухню, небольшой такой бассейнчик, спа, большая газонокосилка. Ох. Каждый день вам тут будет косить траву? Ну нет, конечно, раз в неделю. Как водичка? Водичка хорошая. Хорошая? Ты купальник не взяла? Блин, так хочется, вот реально жарко. Да, да, да. Ну, бассейнчик очень даже хорошенький. Вид неплохой, да, скажи? Да. На гольф-поле такой. Вот тут вот шикарные соседи, целая вилла. И тут еще, наверное, еще один дом. Да, да, будет, будет. А вот этот дом, нам сказали, стоит 1 600 000. Но там живут люди, к сожалению, мы его не можем показать. Так вот выглядит дом с обратной стороны. Кажется, не очень большой.
Лот вот этот самый стандартный, он входит в цену, которую мы вам сказали. Но если вы хотите больше, там, соответственно, будет плюс в зависимости от того, какой величины. Ну, конечно, финансовые вот эти платежи все дополнительные сверху, это, конечно, очень много. Да, это такой самый большой минус. Но, тем не менее, кто-то же здесь покупает. Вот видите, дома есть построенные, там уже живут люди. Играют в гольф. Интересно, сколько по времени это комьюнити вообще застраивается? Я снимала видео здесь, именно в этом комьюнити, 2 года назад. Там примерно столько же было домов. Ну конечно, вот. Они понемножку строятся, это очень большое комьюнити. Мы вам сделаем в конце видео, вот уже скоро-скоро выложим все планы, даже комьюнити, но все равно очень медленно. Потому что таких богатеев-то не так много. То есть они, конечно, есть, но их не супер много. Чтобы платить каждый месяц такие деньги. Ну, а ты что скажешь? Вот мы посмотрели уже 3 дома. У тебя есть? Слушай, тоже нет. Тоже ничего не понравился? Не по душе? Нет, не впечатлило. Ну, в плане того, что, опять же, например, вот эта верхняя бестолковая бонусная комната, да, с маленькими окнами. Опять, когда ты обращаешь детали вот на эти где-то, вот как на мелочи, ты показала. Да, 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 вот это все. Ну, простые потолки. Да. Давай лучше мы не будем оценивать, а у вас есть хорошая традиция, повторюсь, и не устану повторять, напишите ваше мнение, комментарии, как вам этот дом, что понравилось, что не очень понравилось. Это всегда интересно почитать. Да, будем рады видеть вас в наших комментариях. Да. А также подписывайтесь на канал Миши, да, у него есть свой канал, там много чего будет интересного, уже несколько видео есть на канале, есть что посмотреть. И на этом канале я тоже сделаю обзор одного дома, мы вместе с Юлей, она мне поможет, так как у Юли большой опыт, она профессионал в этом. Я прям очень счастлив, что ты согласилась. Да. Так что смотрите наши видео и, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал тоже, а то очень много людей смотрят, а они не являются подписчиками. Это очень печалит. Да, это, в общем, тормозит развитие канала, потому что многие люди смотрят видео без подписки. Соответственно, канал не может развиваться, ему тяжело дальше продвигаться. Поэтому давайте поможем вместе Юле и подпишемся. Спасибо. Все, пока-пока. До новых встреч.